В Дагестане продолжается противосаранчевая обработка сельхозугодий. Химзащитные мероприятия охватили более 100 тысяч гектаров. В текущем году на севере республики отрождение марокканской саранчи было замечено уже в мае. Тогда и была начата борьба против вредителей, которая продолжается по сей день. Подробнее расскажет Патимат Ханапова. Работают на земле и с воздуха. Авиация в борьбе с саранчой играет важную роль. Так, половина зараженных площадей обрабатывается именно посредством самолетов. За один полет такое воздушное судно способно обработать до 50 гектаров пашни. Здесь еще есть преимущество обработки самолетом. Вот эти сенокосы везде, которые мы не успели косить, если нам пришлось бы сейчас вот эта наземная техника все это обработать, и сколько и мы так нанесли ущерба. Авиация достает вредители там, где бессильна другая техника. Однако все же ежегодно остаются необработанными около 20 тысяч гектаров. Связано это с водным кодексом, запрещающим проводить химзащитные мероприятия на водоохранных зонах. В частности, это прибрежные территории Каспийского моря и Ачикольских озер. Оттуда насекомые могут совершать миграционные полеты на сельхозугодья. Поэтому и приходится всегда быть начеку и проводить очаговые обработки. Сообщили вовремя. Уже у нас такого это вообще тоже не было. Вовремя нам помощь тоже дали. Спасибо министру тоже и правительству, кто помог нам. Пока саранча, когда появились, мы сразу сообщили. На следующий день они нам помогали. Дали самолет тоже и лекарства тоже. Работы по очаговым обработкам сельхозугодий будут продолжаться. На данный момент в Дагестане на наличие саранчи обследовано более 350 тысяч гектаров. Из них выявлено 120 тысяч гектаров зараженных площадей. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Бабаюртовский район.